Быть умным снова в тренде. Возьмите винтажный атрибут типа кубика Рубика и отправляйтесь на чемпионат по спид-кубингу. Так сделали 90 школьников Петрозаводска. Желающих справиться с головоломками на время заявилось в 3 раза больше, чем планировали организаторы. 9 девочек и 82 мальчика соревновались в сборке классического и мини-кубика, зеркального со смещенным центром и в сборке пирамиды. У каждого участника было 5 попыток. Лучшее время сборки классического кубика – 18,40 секунды, а пирамиды – чуть менее 16. По словам организаторов, головоломка 70-х снова становится популярной. Это не только интересное, но и полезное занятие. Оно развивает моторику и пространственное мышление, учат быстро комбинировать. Зрители первого детского чемпионата по спидкубингу могли наблюдать не только за участниками турнира, но и за действиями робота, который собирал кубик, а также посетить мастер-классы специалистов.